В этом году российский этап «Формулы-1», а точнее его музыкальную часть, откроет группа «Ленинград». Причем обладатели билетов на гонку на концерт пойдут бесплатно. В прошлом году петербургская группа также выступала во время российского гран-при в Ледовом дворце «Большой». А до этого лично протестировали сочинскую трассу. Зрителями концерта тогда стали около 9 тысяч человек. Нужно отметить, это одна из немногих оставшихся возможностей побывать на выступлении музыкантов. Сейчас группа проводит стадионный тур, который, по заявлению ее основателя Сергея Шнурова, станет последним в истории. В рамках Гран-при России на трассе в Олимпийском парке состоятся также гонки молодежных чемпионатов «Формулы-2» и «Формулы-3». В конце июля в столичном выставочном центре «Сокольники» состоится ежегодный фестиваль «Japan Cars and Culture Expo». Гости фестиваля смогут увидеть лучшие проекты, выполненные в традиционных направлениях японского тюнинга, в частности, в духе гангстерского басузоку или шакатан. Это японский аналог стиля стэнс, проповедующий заниженные автомобили. Суперкар DBS GT Zagato станет второй частью юбилейной коллекции в честь столетия итальянского ателье. Aston Martin будет продавать машины только парой — возрожденное ретро-купе DB4 и новейший DBS, который мы впервые видим на компьютерных рисунках. Известно, что решетка состоит из 108 углеволоконных ромбов. Из цельного композита сделана и крыша. А битурбомотор V12, вероятно, перекочует от серийного купе DBS Superleggera.